Всем здорово, ребят. Ну что, запахался? Я уже ролить эти чары для этой лисы, поэтому не знаю, пойдем сейчас как есть. Посмотрим, что герой может на битве гильдий. В сборке на неуязвимость корону это 10-й ожог у нас, плюс 10-я ракушка, так как герой имеет иммунитет к молчанке, в принципе. Оно блокироваться у нас не будет. Единственное, что я хотел по чарке, либо сэску для того, чтобы был получше отхил, либо обряд лечения. Но, к сожалению, это словить нереально, поэтому пойдем с вами с сэской. Ой, говорю, с сэской, суперсилой. Ну, в принципе, суперсила тоже сэска. На атаку, возможно и так будет нормально, так как герой имеет хорошее уклонение, когда включается. Единственное, главное, чтобы не застанили. Герой бьет зонально, поэтому, думаю, проблем с любой базой у нас не будет. Мы просто поставим на добивание Зефира с цепом, на всякий случай, чтобы добить. Я думаю, лис должен справиться и так с улом. Такс. Поехали. Вот такая вот у нас сборка. Добавляем сюда супер питомца. Он у нас уже на максималке прокачанный. С 9-м скиллом. 1%, 230% восстановления. В общем, вот так вот. И понижение. Собран на уклонение максимальное, то есть у героя у нас двадцать 720 уклона, ну плюс 70%, когда он включится. Так, поехали, ставим зефирка на зефирку для добивки. Я не буду его пересобирать, в принципе, нам должно его хватить. Так, поехали, посмотрим, что там у нас сегодня по противникам. 1.5, 1, 1.4, 1.1, 1.4. В общем, поехали. Посмотрим, что он может. Не зря ли мы его брали? Или вы хотите брать? Вот такая вот раста, которой, по сути, не подобрать. Включилась сразу же Фрея, как видите, по нас миссают. Смотрим, что у нас получится. 47%, одно попадание и лисички нет. Вот, поэтому я как бы и хотел больше. Но это у нас такой вариант, скажем, бездефный. То есть, по сути, дефа как такого у меня на героя нет. У нас просто шанс не получить люлей больше. Так, 55%, назад мы уже не вернемся. Сейчас, наверное, сольют недомогание. Да, 55%, как видите, это потолок. К сожалению или к счастью. Ну, добивается все просто налегке. Но соло на битве гильдии, как, например, Зефир, герой не особо тащит. Ну, сборка такая еще. Давайте попробуем другую сборку сделать. Давайте попробуем сделать сборку. Поменяю. Ищем с вами огненку. Можно и СО поставить, но лучше все-таки огненку, под огненку можно больше всего потом применить. Под СО против зефиров только огненка будет котироваться. Так, ловим с вами огненку, реально запарился вот это вот ловить, открывать. Что-то нереальное, они такие шансы поставили на обряд и на СС-ку, что они, если падают, то четверки, то очень редко. Я думаю, у многих такая же проблема. Так, ставим такой вариант. Десятка.
Вот сюда бы зашел обряд лечения очень хорошо для отхилов такой сборки. Такс, поехали, следующий противник. Ну, герой набивает стабильно свыше 50%, то есть этого вполне хватает, чтобы разобрать любого топа, какие там бы ни были сборки и все остальное. Вот тоже лис. Видите, по чуть-чуть проседает. Даже не по чуть-чуть, а нормально проседает. Но 54% стабильно набивает. То есть 50% герой делает. То есть прийти, вот я прохожу, я вообще-то состав на волны с воодушками. Захожу и прохожу у Расту там тоже, которая на деф, да, то есть проблем, скажем так, с битвой гильдий с этим героем уже нет. Не знаю, как вот он на дефе стоит, но сильно особо, чтобы он на дефе сейчас что-то показал такое, прям мега вау, я бы не сказал. То есть без проблем убился я этот 1.4. Но чтобы герой был тащером, прям мега-мега вау. Вот еще один лис. Самое интересное, мне кажется, можно будет, наверное, отвлекать. Ну, вот такой сборки Фрея и Мэри бьют. У нас уклонение максимальное, не проседает. То есть, видите, как видите, еще есть вариант, что у противника есть точность, хоть какой-то вариант воевать с этим героем, противостоять. А так, по сути, вы ему ни хрена не сделаете практически. Это у нас нету ССки, либо обряда лечения. То есть у нас чарка еще на... Так, у 90% базы просто ушло. Ну а дальше выпускаете там своих героев остальных. И хаша, не сливайся ты так. Чуть не слился. Битва гильдии на сегодня вообще просто не актуальна. Если у вас есть, ну, в любом случае, если у вас есть там зефир и прочее, она для вас уже не актуальна. 28. Каждый залп, по сути, там нормально здание улетает у нас. 36. Еще вариант, что мы попадаем на отражалки, мы получаем обратку. То есть тут надо убрать еще суперсилу отсюда. Вот тоже лиса. Лиса на лесу. Ну, недомогание. Ну, выкидываете себе ворожая рядом и просто не паритесь, честно говоря. Я же говорю, для этого надо чарку, ССку. Вот посмотрите, ворожая, ворожая уклонение до хренища. И ворожей проседает, лиса нет. То есть на сегодня это один из таких героев, который реально, реально, прям тащер-тащер. На таких локациях на добивочку. То есть для фарма на добивку локации. Вот реально герой стоящий. У нас еще один топ. Ну, я не знаю. Заморочки вообще никакой с битвой гильдии нет. Риге. 8. Пару минут и все пройдено. То есть они еще этим героем еще больше, как по мне, похоронили битву гильдии. Вот посмотрите, удар по центру. Второй 56%. Ну, герой, конечно же, дохнет. Ничего в нем такого сверхъестественного нету. Добавили. Ну, все зависит. Еще смотр надо учитывать, что смотр будет в любом случае пробивать. Через раз там может и Фрея попасть. Ну, если вы поставите отхил и суперсилу,
уберете, поставите священный суд, проблем с ворожаем. Это будет, опять же, еще одна неубиваемая пачка. Единственное, конечно, что он бьет, у него урон продолжительный, то есть 4 секунды в одну зону, ну, я думаю, это не проблема, скажем так. Вот 14-я Мэри, но она нифига ему не сделает. Хладного поставил, нафига тут хладный на дефе? Вообще ни о чем герой. Лис, в принципе, бьет, как видите, неплохо с отхилом. Никакая база, никакой деф теперь уже 100%, если там еще были какие-то попытки. Сейчас уже это никак не спасет. Он делает 1-2 ульты, и у вас половины базы просто уже нет. С другой стороны, там Феникса могут закинуть, Зефир с маскировкой, Фрея, Ронин. В общем, возможностей для этого у вас очень много, и вы нифига не сделаете. То есть такая вот сборка. Правда, у нас она не вся собрана еще на так, как должна быть. Но такой сборки вполне хватает, чтобы на битве гильдии не иметь никаких заморочек, пройти ее там за пару минут. Вот так вот. В рейдах, в принципе, тур. Ну, то есть это для любой локации, где надо убить здание, там добить что-то, это подземки и прочее. Такой вот сборки вам хватит с головой. Особенно если есть вот Фрей, либо есть какой-то герой, который один стоит. Без проблем. То есть, как видите, зона поражения, зона атаки реально большая. 3 залпа или 2 залпа уже 50%. Она бьет в основном там, где, насколько я понял, где больше всего либо зданий, либо суммарное количество хп. Этого вполне хватает. Еще поставить обряд лечения, как вариант, будет себя хилить в стычке. Видите, бьет в одну зону. Есть такой один минус. Понятно, какие у нее там приоритеты, но слить ее можно, конечно же, но опять же, все зависит от того, сколько у вас точности и какой будет противник. А так, не знаю, герой как Космо просто имеет немножко больше каких-то там приоритетов. Молчан, защит там и прочего. Ничего сверхъестественного, единственное, что уклона так или на, поэтому надо, чтобы у вас была точность, если вы попадете на такого героя, потому что слить будет очень сложно, если у вас нет точности, а там еще будет отхил. Вот так. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.